Мы частная медицинская организация, а работаем в системе обязательного медицинского страхования. Удобно получать и диагностику, и лечение в одном месте, чтобы не было больших маршрутов. И удобно, чтобы все специалисты были концентрированы в одном месте, чтобы можно было проконсультировать быстро. И в случае, если потребуется какое-то лечение, это лечение провести. Мы с своей стороны стремимся, чтобы этот курс был не очень длинным. Поскольку наше оборудование современное и технологии, которые мы используем, тоже позволяют лечить более комфортно и быстро, мы используем такие методики, которые более короткие. Мы в нашем центре выполняем только часть диагностики. Мы выполняем позитронно-эмиссионную томографию, сцинтиграфию и выполняем лучевую терапию, это лечение опухоли. В идеале лучевая терапия должна проводиться рядом с домом, где-то поблизости, чтобы можно было после облучения ехать домой. Вот у нас койки стационара как раз для таких пациентов, которые не могут в силу состояния получать лучевую терапию амбулаторно. Безусловно, не всегда удобно ездить далеко, область у нас большая. У нас есть партнерские отношения с общежитиями рядом, и многие пациенты размещаются там на время курса лечения. Здесь такой достаточно хороший, оптимальный набор оборудования, как по диагностике, так и для лечения. Это оборудование высокого класса, оборудование, которым могла бы гордиться любая там зарубежная европейская клиника.